Здорово! Меня киданули на Авито и продали мне нерабочую светодиодную панель. Но, чтобы не расстраиваться по этому поводу, я дал ей вторую жизнь и сделал из нее вот такой офигительный светорассеиватель для фотоаппарата. Крепится он на колхозную резиночку. Если вы такой же нищий фотограф, как и я, с кропнутой зеркалкой и 10 раз бэушным объективом, и вам надо пробиться на какое-то там плюс-минус около серьезное мероприятие, чтобы сделать в портфолио и работать на имидж, этот квадратик добавит вам минимум 3 дБ к серьезности, профессиональности и эпатажности. Также у него есть два положения. Вот. Он офигительно рассеивает свет 3:1. И, во-первых, очень приятно не слепит модель, давая красивую засветку сверху, при этом убирая резкие тени от подбородка и бровную дугу. Еще плюс этого материала, он весьма плотный. Он в толщину миллиметр, и его много. Из него можно сделать кучу разных светопропускных штук. Я сделал из нее фиготу для боке. Ай-яй. И вот так это происходит на фото. Если вас никогда не кидали при покупке, ставьте лайк. А если кидали, подписывайтесь на канал. И знаете от меня, как кидали меня. И, может быть, научитесь на моих ошибках. В заключение хочу сказать, что даже если вас киданули, как меня, и у вас на руках куча какого-то непонятного барахла, которое не выполняет свою функцию, не спешите его выкидывать и расстраиваться. Подумайте, как можно его применить в другой плоскости. Возможно, это станет отличной причиной для начала какого-то маленького творчества, и вы сделаете какую-нибудь прикольную штукенцию, которая будет вас радовать. Пока-пока!